Приветствуем всех на YouTube-канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня мы подготовили для вас подробный видео-мастер-класс по вязанию такой красивой рельефной регланной линии. Вяжется она из двух петель и делаем прибавление. Лицевая сторона и изнаночная сторона регланной линии. Вяжется очень просто. Сейчас перейдем, покажу, из какой пряжи вязали. Это пряжа новинка на нашем сайте Ecofil Best Faetana. 100% мериносовая шерсть. В одном мотке 50 грамм, в 50 граммах 125 метров. Цвет 003. Производители рекомендуют вязать спицами номер 5. Здесь получается в 50 граммах 125 метров, можно вязать в две нити, можно вязать в одну нить. Именно эту регланную линию я взяла в одну нить. Оставляю ссылку на наш интернет-магазин пряжа.су внизу в описании под этим видео. Можно перейти, посмотреть полностью всю цветовую палитру и оформить заказ онлайн. Давайте приступим к вязанию. Я продолжу вязать свою регланную линию, покажу, как это сделать. Она состоит из двух петель, 2 лицевые, и будем поднимать петли. Давайте приступим. Нам нужно довязать до маркера. Я отделила 2 петли регланной линии именно маркерами, чтобы было удобно. Кромочную петлю снимаем и провязываем все петли лицевые, как идет, возможно, у вас рисунок в изделии. Дойдем до маркера. Так, осталось 2 лицевые. Все, мы дошли с вами до маркера. Теперь нам нужно поднять одну петлю из протяжки. Вот, посмотрите, видите, вот эта полосочка у нас идет. Нам нужно поднять, и образовалась у нас петля. Поднимаем таким образом, чтобы... Так, сейчас покажу еще раз. Поднимаем таким образом, чтобы у нас получилась скрещенная петля. Нам нужно ее провязать за переднюю стенку одной лицевой. Есть. Все. Теперь переносим маркер. Регланная петля 2 лицевые. Перенесли маркер. И снова нам нужно поднять с вами петлю из протяжки, только будем делать ее уже в другую сторону поднимать. Вот таким образом. Будем вязать ее за заднюю стенку. Покажу еще раз, как мы ее поднимаем. Образовалась петля. И теперь за заднюю стенку нам нужно провязать скрещенную лицевую петлю. Есть. Все. И теперь дальше доходим до конца изделия. У меня это все петли лицевые. И я вам покажу, как вязать по изнаночной стороне. В конце петля кромочная, провязываем ее изнаночной петлей. Можно посмотреть, что у нас получилось. Такая регланная линия подойдет и для летних изделий. Это могут быть и детские, и женские, и мужские. Давайте посмотрим, как вязать изнаночную сторону. Кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночные. Провязываем до маркера. Есть. Маркер переносим. Здесь у нас идет также 2 петли изнаночные. Переносим маркер. И вяжем до конца ряда. Провяжите самостоятельно. В конце петля кромочная. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Это наша красивая регланная линия. Вязали из пряжи 100% мериносовая шерсть. Ecofil Best Faetana. Можно посмотреть на нашем сайте всю цветовую палитру. Переходите внизу, оставляю ссылку на наш интернет-магазин пряжа.су. Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте колокольчик. В этом случае вам будут приходить уведомления о новых выпусках. До свидания.